Ну что, народ? Навьё подъехало. Короче, это продолжение влога про то, как мы переехали в Голландию. Уже в прошлом видео вы увидели, как, в каких условиях мы живем, где мы живем. В этом видео уже подробнее вам расскажу о том, что какие у нас есть плюшки. Плюшки? Так чё ты молчишь, ведьма старая? Давай их сюда! То есть уже там немножко вводных, у нас есть зал на работе, туда можно будет ходить. Не знаю, не уверен, будем ли мы ходить туда или нет. Расскажу вообще, где, как, что будем покупать, рабочую одежду, велосипеды в этом видео. А уже в следующих видео расскажу вообще, где я работаю, кем работаю, сколько получаю. Не будем задерживаться, поэтому погнали к видео. Вы просто посмотрите, кто ко мне в гости едет. Что это за банда? Что это за спортсмены? Что у тебя апартаменты? Ну? Не то, что у нас сарай какой-то. Здравствуйте! Здравствуйте! Короче, вряд ли меня будет слышно, но приехали посмотреть на море. ЗОЖ, ПП. Жалко, погода сегодня не удалась. Вас снимает скрытая камера. Я с пивом не расстаюсь вообще. Ауф. Ай, доля воровская, как и людская, не забывай, что все мы люди людское знали, не предавали братьев, мы только помогали по лагерю. Давайте, наверное, немножко расскажу, что происходит вообще. Заселились мы сюда уже 3 дня назад. Погода в последние 2 дня стоит просто шикарная, но я заболел. Так что, если буду говорить нос, извиняйте. Что интересно, смотрите, нам на работу нужны велики, ну, чтобы ездить на работу и, в принципе, в магазин, потому что ближайший магазин в 4 километрах. Тут есть 2 варианта. Либо взять от конторы, купить за 100 евро в счет зарплаты, либо самому. За 100 евро предлагают не самого лучшего качества велики, поэтому вы можете купить сами. Смотрите, я вам покажу приложение, но как в нем разобраться, уже никак не подскажу. Это в процессе сами разберетесь, либо попросите кого-то, кто разбирается, чтобы вам помог. И другой момент. Нужно было купить сапоги и дождевики. Я купил дождевой костюм за 15 евро, то есть пока не могу сказать, хороший он или плохой, то есть я протещу на работе. Если он классный, то я вам скину фотку, расскажу, где купить. Может быть, вам пригодится. Сапоги покупал в Лидле, но я так понял, короче, их можно найти в Экшене, Лидл, Алди и всякие садовые магазины. По поводу рабочих вещей, смотрите, тут есть такие прикольные, типа как комиссионные магазины, а-ля секонд-хенды. Я вставлю, как их можно вести в Google картах, то есть вы вбиваете, и вам выбивают все ближайшие эти комиссионки. Самый прикол, что там можно найти много чего крутого по очень низкой цене. Я видел там... Смотрите, собака выбежала. Блин, как-то мне на нее настроиться. Надеюсь, она меня не покусает. Это на что-то недобро настроено. Так вот, короче... Что-то мне это не нравится. Я отойду, начну дальше снимать. Так, я там остановился на комиссионных магазинах. Там очень много чего есть крутого по очень дешевой цене. То есть я там даже видел диван кожаный, ну, либо кожзаменитель, всего лишь за 15 евро. Поэтому пользуйтесь, знаете, чем вот, типа, дальше там общаешься с людьми, тем больше не всяких тебе прикольных штук рассказывают. Ну, а я вам. Еще из-за того, что сегодня хорошая погода, все ребята, с кем мы приехали, собрались и пошли на шашлыки. Но я довольствуюсь короткими прогулками, потому что чувствую себя не очень, и долго на улице находиться, знаете, в больном состоянии не очень приятно. Что еще интересного? У нас, мы уже сходили, я не знаю, просто ветер, надеюсь, меня будет хорошо слышно. Мы сходили уже, пообщались с нашим работодателем. Все, в понедельник нам выходить на работу, сегодня, если что, суббота, я надеюсь, я выздоровлю. И
То есть в нашей доступности, возле нашей локации, там в 2 минутах ходьбы от нас, в соседнем здании есть тренажерный зал, сказали, можете пользоваться. Поэтому, может быть, даже позгоняю немножко свои жирки, когда выздоровлю. Ну, если вообще, в принципе, работа будет не тяжелая. По поводу работы и всего остального расскажу вам попозже, потому что сейчас еще не имеет смысла, я не работал, даже ну, нету поделиться с вами какими-то впечатлениями. Чуть попозже вам все расскажу. Будем на связи. Чисто кушаю на природе. Короче, поднялись в 7 утра, вышли на работу, сказали тусоваться дальше до 9:30. Покажу вам этих модников. Ребята! Чё, как работа? Это лучшая работа в мире! Отработали, короче, первый день. Руки, я не знаю, видно, не видно, все белые. Впечатления пока не самые приятные. Сейчас поспрашиваем у ребят, что у них как. Чё, как тебе впечатления после первого дня работы? А заебись, вопросы в лоб, реально, вот это близ. Не, в натуре класс, но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете, могете просто. Хорошо, спина отваливается, но мы живем. Пальцев не чувствуешь, что больше нет отпечатков пальцев. Живем, да. Они стерты. Я понял эти блогерские приколы. Надо, знаешь, неожиданно ты просто... Можно снимать. Ты, знаешь, сидишь, стрешь, и Яша врывается. Ну шо ты, голова? Как впечатление после все, первого все дня? Круто, классно, мне нравится. Работа, кайф. Ура, я вне Жека, команды. Как тебе работа? Да не, крутая, крутая. А что это за парень, о котором трески шорох? Вышел в ринг, готовый растереть любого в пыль и порох. Все говорят, он молод, его кулак молод. Тату и сколот, он дано для драки и шипов. Давайте концовку этого видео прикольно закончу. Вышел с комнаты. Без ключа. И дверь закрылась, а пацаны пошли потусить. Сейчас иду. Не знаю, как далеко они ушли, чтобы забрать у них ключи. Потому что у нас в комнате электронные замки. То есть ты выходишь и без чипа уже обратно зайти не можешь. Как-то так.